недавно. Мама, мама, я уже большая дама. Мама, мама, решила все сама. У него двухкомнатная хата в городе. У нее новая лопата на андроиде. И как столкнулись вместе эти астероиды. Не объяснить ни астрологии, ни истории. Ей 18, можно уже на Мальдивы. Без справки от родителей и подписи в Авире. Ему 48, директор крупной фирмы. Поднял зарплату, чтобы все глаза закрыли. Он подарил Йорка, оплатил учебу. Родители слегка взволнованы, с чего бы. Звонят из Сургута, ну как ты, Анюта? Одета, обута, айфон-то откуда? Мама, он хороший, зову его Сережей. Он купил мне те сапожки, помнишь, из змеиной кожи? Мы вместе не приедем, он занят на работе. Сейчас важная встреча, вроде в аэропорте. Он познакомится, вроде с вами не против. Но с нашим строгим папой будет разговор короткий. Что за дела? Кого ты привела? Как ты себя, дочь, до такого довела? Как ты могла, а? Где твоя голова? Говорила твоя мать, так тебя не баловать. Мама, мама, я уже большая дама. Мама, мама, решила все сама. Ты молода, но не будем говорить о стаже. Это твой дом в три раза старше. В голове не бум-бум, мысли о сексе и кэше. Подругам расскажи, как он достал тебя с параши. У нас растяя в комнаты, а не палаты. А ты любишь тех, кто годится тебе в папы? Да, он порешает твои траблы и забашляет на дорогие клубы папы. Где-нибудь в горах Хорватии на яхте. Брачная ночь под двумя колесами Виагры. Это твой господин, это твой барин. Но подходите друг другу, как китаец и татарин. Я эту кухню знаю, лайнер поднимет воздух. Ты в журнале прочитала, что не помеха возраст. Суровые реалии, для тебя это жестко. Жила бы с пацаном на зарплату из киоска. Мама, мама, я уже большая дама. Мама, мама, решила все сама недавно. Мама, мама, я уже большая дама. Мама, мама, решила все сама. Гаражных кооперативов Подмосковья найдена очередная жертва. Личность устанавливается.